Приветствую вас на моем канале «Разбор Аванонса». И перед тем, как рассказать, что нас ждет в следующей серии проекта «Холостячка», я хочу у вас спросить. Многие писали, что им не нравится проект «Холостяк» за то, что мужчина выбирает женщин. И они все хотели, чтобы женщина выбирала мужчин. А теперь ответьте мне честно, какой проект вам более интересен? «Холостяк» или «Холостячка»? А я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии. 6 ноября на телеканале СТБ выйдет третий выпуск самого романтического реалити-шоу «Холостяк». Участники будут бороться за сердце Ксении, показывая свои самые сильные стороны и таланты и необычные умения, что же «Холостячка» оценит больше – голос, шутки, танцы или фокусы. Ради свидания с Ксенией один из участников научится танцевать. Не пропустите! Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!